Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня с удовольствием хочу показать бусы. Пришла коллекция бус ручной работы. Авторские бусы пришли. Они у нас уже были, подобная коллекция. Но сегодня пришли совершенно другие бусы. Повторы, по-моему, буквально там штуки 3-4, возможно. Шикарнейшая работа, очень такая интересная цветовая гамма подобрана, прекрасные модели. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить, либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите либо в WhatsApp, либо в Viber, либо в Telegram-канале. В Telegram-канале мы выкладываем фотографии украшений с ценами. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Начнем. Это микс. В основном все бусы микс. То есть здесь и натуральные вставки, и синтетика, и бижутерные, видите, да, вот эти вот маленькие микро и бусины, различные бижутерные сплавы. То есть замочки здесь, это не серебро, это бижутерный сплав. Бусы, в данных бусах здесь вставки идут халцедон, агат, перламутр, кошачий глаз и керамика. Очень интересное, повторюсь, цветовое решение во всех бусах. Данные бусы, длина 80 сантиметров, цена 3750 рублей. У всех бус есть название. Вот эти бусы называются бежевый шафран. Очень легко к этим бусам подбирать серьги, либо, допустим, кольца, комплекты какие-то, да, потому что здесь и цветовое решение получается такое разное, и форма вставок разная. Подобрать, мне кажется, очень легко. Следующая модель бус, тоже посмотрите, как оригинально все это смотрится. Муранское стекло всегда здесь как-то вот оно выглядит очень-очень оригинально. В данных бусах использованы змеевик, халцедон, агат, муранское стекло, нефрит, перламутр и коралл. Волшебный лес называется эти бусы. Длина 65 сантиметров, цена 3000 рублей. Тоже бижутерный замок, позолоченный. Цвет, обалденный цвет. Вот я думаю, может быть, показывать на бюстике, чтобы вам было более наглядно. Так, давайте попробуем. Длинные бусы очень сложно показать, конечно, на камеру. Хочется прям показать, что, как оно будет выглядеть вообще на шейке. На себе показывать всегда тоже не получается, потому что многие вот после видеообзоров по бусам говорили, удобнее, когда показываете на себе. На себе я могу показать, но вот именно вот вставки вот так вот вблизи показывать не получится. Будет очень даже неудобно. Поэтому, если нужны дополнительные фотографии, девочки, пишите. Максимально, конечно, я постараюсь и в телеграм-канале выложить бусы на бюстике и на шее, чтобы наглядно видно было. Эта модель бус называется «Оранжевое небо», 65 сантиметров длина. Тоже вот посмотрите вблизи, какие вставки. Агат, муранское стекло, перламутр, сердолик. Красиво. Выглядит очень, конечно, нежно, аккуратно. Кто брал эти бусы, уже знают, да, что по качеству здесь нет претензий абсолютно.
2750 рублей эти бусы, 65 сантиметров идут. Так, следующая модель. Тоже посмотрите, какие цвета. Очень мне нравится, когда использована керамика, какие-то вот фигурки различные. Либо муранское стекло, оно выглядит просто бесподобно. Здесь у нас агат, перламутр, коралл, кошачий глаз, керамика. Так, керамика и муранское стекло. Тоже идут замочки позолоченные в этих бусах. Божественный лайм называется. 3000 рублей. Вот оно как будет выглядеть. Прекрасный цвет. Так, следующая модель. У нас эти бусы уже были. Вот это, именно эта модель с тигровым глазом, с агатом. Вот какой тигровый глаз, красивый, крупный. Вставки шикарные. 65 сантиметров длина этих бус. Называется миндальный тирамису, по-моему, тирамис. Да, миндальный тирамис. Вставки здесь хризопраз, агат, муранское стекло, кахалунг, кошачий глаз, тигровый глаз. 65 сантиметров длина этих бус. Следующая модель. Тоже красивый такой микс. Здесь длина 80 сантиметров. Эра красоты называется эти бусы. Такие интересные названия, конечно, придумали. Но, с другой стороны, очень удобно будет, допустим, по заказам, да, по вашим работать, если... Название бус скажете, я уже буду знать. 80 сантиметров, 3750 рублей. Эра красоты. Так, следующая модель тоже. Ох, какой цвет красивый. Сочетание такое вот прям... Бесподобное сочетание. 80 сантиметров. Феи весны называются бусы. 3750 рублей. И вот они такие вот длинные. Их тоже 80 сантиметров, например, можно надеть в два оборота. Прям под горлышко будет. Тоже будет очень красиво. Красиво здесь... Красивое муранское стекло. Посмотрите, как красиво оно играет. Агат, кристаллы, кошачий глаз, хризопраз. Это кристаллы вот эти вот, не муранское стекло. Следующие бусы называются «Очарование». Цвет такой прям хороший цвет. Нейтральный, не яркий. «Очарование». 65 сантиметров, 3000 рублей. Вставки. Агат, муранское стекло. Так, что тут у нас? Перламутр, кахалун, кристалл и кошачий глаз. Так, следующая модель. Тоже очень такая эффектная. Так, покажу. Какие красивые цвета.
эти бусы 80 сантиметров. Хозяйка зимы называется. 3750 рублей. Так, вставки здесь агат, аметист, муранское стекло, перламутр. Яркие, эффектные бусы. Следующая модель. Тоже такая прям красота, красота. Здесь. Так, так, так. Черная жемчужина называются эти бусы. Здесь 80 сантиметров длина, 3750 рублей. Муранское стекло какое красивое. Агат, муранское стекло, перламутр, кристалл. Здесь имитация жемчуга, это не культивированный жемчуг, имитация. Перламутр, черный перламутр. Так, следующая модель. Тоже такие эффектные очень бусы. Кокетка называются эти бусы, 3000 рублей, 65 сантиметров, вставка агат, коралл, керамика. Керамика — это вот, вот эти вот вставки керамические. Так, следующие бусы. Такие вот универсальные бусы, они вот прям подо все подойдут. Цветовая гамма такая прям непритязательная, стильная. Приключения ночи называются. 65 сантиметров, 3000 рублей. Агат, редонит и керамика. Следующее. Тоже цвета красивые очень. Кому-то, конечно, не нравится, когда вот такие вот миксы, еще тем более с бижутерными замочками. Вернее, не замочками, а вот эти вот вставки различные. Ну, знаете, такие бусы, мне кажется, в любом гардеробе должны быть. Потому что они все-таки такие вот прям парадно-выходные. Это не на каждый день. А вот в основном на одной нити вставки, допустим, однообразные с натуральными вставками бусы, они все равно надоедают. И хочется что-нибудь такое вот эффектное. А эти бусы, они все действительно очень эффектные, очень интересные, оригинальные. Здесь вставка в этих бусах агат, лазурит, перламутр и кристаллы. 65 сантиметров, называется пленительный дуэт. Следующая модель — это, конечно, вообще такое шикарнейшее цветовое решение. Очень мне понравилась вот эта цветовая гамма, использованная в этих бусах, и вставки. Посмотрите, как красиво. Эти бусы 120 сантиметров.
120 сантиметров, и они идут замочком. Замочком. Здесь керамика, агат, перламутр и кошачий глаз. Лед и пламя называются эти бусы. 120 сантиметров, 4500 рублей. Они, конечно, обалденные. Их можно и в несколько оборотов, узелочек. Такие прям очень даже эффектные бусы. Следующие бусы, это прям моя любовь. Мне очень понравились вот эти бусы. Цвет бесподобный, конечно, цвет. Здесь такая вот бирюза, сочетание синее, зеленое, такой прекрасный бирюзовый цвет. Очень люблю этот цвет. К сожалению, все-таки камера, наверное, не передает этот цвет. Очень нежно. 65 сантиметров длина этих бус, называется глубина. Цена 3000 рублей. Вставки агат, муранское стекло, перламутр. Прелесть, просто прелесть. Следующие бусы тоже шикарное сочетание цвета. Посмотрите, какая прелесть. Очень эффектно. Здесь вставка халцедон, агат, муранское стекло, кахалон, кошачий глаз. Восемьдесят сантиметров. Называется фламенго. Так вот. Прекрасные бусы. Так. Следующая модель. Тоже очень даже эффектные. Такой прям прекрасный лавандовый цвет. Здесь у нас бусы 65 сантиметров. Называется ламинария. 3000 рублей. Кварц вставки, халцедон, агат, кахалонг, кристалл. Следующие бусы. Тоже такой нежный-нежный коралловый такой цвет. Обалденные бусы. Розовый, персиковый, такой кремовый оттенок. Кофейная лилия называются эти бусы. 120 сантиметров, 3750 рублей. Здесь вставки кварц, агат, кахалон. Кошачий глаз, жемчуг. Жемчуг в данном случае культивированный. Вот так вот. Мне кажется, его даже можно в 3 оборота надеть, да? Ну, в 3 коротковато будет, но в 2 точно можно. Хотя, смотря у кого какая шейка. Цвет прекрасный, конечно. Такой прям освежающий. Так, следующая модель. Очень люблю вот эту модель. Она у нас была. Или похожие были бусы, я уж не помню, но что-то такое было. Тоже очень стильно выглядят вот эти вот вставки декоративные. Шикарно. 65 сантиметров длина. Дыхание вечности называется. 3000 рублей. Так. Халцедон, агат, раух, топаз, муранское стекло. Прелесть.
Ой. Так. Так, мне надо побыстрее показывать, а то я, по-моему, показала только половину бус, а время у меня уже 20 минут. Так, следующая модель. Называется Венеция, 80 сантиметров, 3750 рублей, агат, лабрадор, муранское стекло. С лабрадором, может, они ошиблись? Или... А, вот, точно, вот он. Вот, даже иризация есть. Есть. Муранское стекло, перламутр, кошачий глаз, лабрадор, жемчуг. 3750 рублей. Вот оно будет вот так вот выглядеть. Красивые вставки, все прекрасные. Так, дальше. Хочется успеть показать все в одном обзоре. Поэтому, видимо, будем немножко поторапливаться, если сможем. Так, вот такие вот бусы. Здесь тоже такое сочетание интересное. Темное и светлое. Так, эти бусы называются «Цветок ванили». 3750 рублей, 80 сантиметров. Агат, родонит, муранское стекло, перламутр, коралл и кахолонг. Так, дальше. Дальше, дальше. Вот так. Тоже изумительно, да, все подобрано. Вот настолько вот цветовая палитра прекрасная. Эти бусы хочется разглядывать. Карибское путешествие. 3000 рублей. Длина 65 сантиметров. Агат, перламутр, коралл, кахолонг и керамика. Красота, да и только. Следующая модель. Ох, какие сочные, красивые бусы. Смотрите, как ярко, эффектно, очень. Так. Вот крупные, хочется прям вблизи показать. Смотрите, какие они. Волнение океана. 65 сантиметров, 3000 рублей. Здесь у нас вставки агат, муранское стекло и кошачий глаз. Следующая модель. 120 сантиметров. Бусы «Морской бриз» называются. Так. Тут у меня немножко запуталось. Вот так вот. Здесь бирюза. Ну, конечно же, это прессованная бирюза. Не цельная. Но очень... Почему я их решила взять? Здесь такой цвет очень красивый, такой яркий. А ведь очень часто летом хочется носить вот именно вот такого плана. Светлое, яркое. И думаю, что прекрасный вариант. Кварц. Бирюза прессованная. И здесь позолоченные вот эти вот вставочки. Бижутерные, и они, знаете, такие как пескоструйка сделаны, такие эффектные, лимонного цвета позолота. 120 сантиметров эти бусы. Так, следующая модель. Смотрите, какой прекрасный цвет, такой яркий. Здесь у нас 65 сантиметров, аромат ночи, называются бусы, 3000 рублей. Дерево, вставка. И где же оно? У
Очень интересно, где дерево. Перепутали, может быть, или вот эти вот они. Бывает, что деревянные вставки покрывают лаком. Вот, возможно, что-то. Вот эти, возможно. Нужно будет уточнить. Дерево, агат, кварц и жемчуг. Вот жемчужинки темные. Очень красивые, яркие бусы. Так, следующая модель на вот такие вот темные бусы. Тоже очень яркие, эффектные. А здесь называется дымчатый бриллиант. Цена 3000 рублей. 65 сантиметров. Вставка гематит. Вот они, вот эти вот гематиты. Горный хрусталь, агат, раухтопаз и муранское стекло. Три тысячи рублей. Так, следующая модель. Очень такие яркие, но в то же время такой нежный цвет. Здесь длина 120 сантиметров. Называется лиловая... Озеро 3750 рублей. Вот они какие. Яркие. Вставки здесь. Горный хрусталь, агат, кошачий глаз и жемчуг. Жемчуг культивированный. Следующая модель. Тоже такая эффектная модель. Бусы называются «Полуночное небо». 65 сантиметров длина. 3000 рублей. Вставки. Агат. Лазурит, перламутр, кристалл и керамика. Следующие бусы. Так, так, так. Смотрите, какие они красивые, эффектные очень. Эти бусы у нас называются «Лунная танго». 3000 рублей, 65 сантиметров. Керамика, агат, оникс, перламутр, коралл, кахалонг, кошачий глаз и яшма. Прелесть. Так, следующие бусы. Посмотрите, какая милота. О, эффектная, конечно. Это у нас розовый кварц. Розовый кварц и слоновая кость. 3750 рублей. Ага. 65 сантиметров. Бусы называются сейчас. Смотрю. Долина любви называются эти бусы. Совушка. Так. Следующие бусы тоже очень такой нежный цвет. Интересное такое сочетание различных вставок. Ой. Длина 65 сантиметров. Называется «Горное озеро». 3000 рублей. Вставки кварц, агат, перламутр и горный хрусталь. Так, следующие бусы.
Какие уж такие эффектные. Здесь название аметистовый мед, 3000 рублей, длина 65 сантиметров, кварц, халцедон, агат, кристалл. Следующие. 65 сантиметров как раз такая хорошая длина, и не коротко, и не длинно. И объем вот этих вот вставок они, конечно, съедают. И кажется, что по факту они немножечко короче. 65 сантиметров, бесконечное небо, 3000 рублей. Кварц, агат, лунный камень, муранское стекло, кошачий глаз. Но лунный камень здесь синтетика, это не натуральный лунный камень. Вот он, вот этот вот. Так, следующая модель. Тоже такие яркие бусы. Здесь название «Тень тигра», 80 сантиметров, 3750 рублей. Вставки агат, муранское стекло, сердолик. Граненый сердолик. Красивые бусы. Так, следующая модель. Смотрите, какие красивые. Тоже такой прям цвет приятный очень. Бежевый шафран. 65 сантиметров, 3000 рублей. Кстати, бежевый шафран, по-моему, вот пара бус повторяется в названии. Да, это тоже бежевый шафран. Халцедон, агат, муранское стекло, перламутр и яшма. 3000 рублей. Так, я тут немножко уже запуталась, по-моему. Вот эти показала или не показала? Нет, наверное, не показала эти. Какой красивый цвет. Песчаный берег, 80 сантиметров, 3750 рублей. Агат, муранское стекло, перламутр, кошачий глаз. Что такое? Запутались. Вот они, вот такие вот хорошенькие, очень даже яркие, эффектные бусы. Так, следующая модель. Тоже смотрите, какой цвет. Ох, яркий. Яркие, эффектные. Так, здесь название «Легенда осени», 65 сантиметров, 3000 рублей, вставки. Агат, муранское стекло, оникс, сердолик и... Так, кошачий глаз и яшма. Красота. Зеленый такой прям агат обалденного цвета. Так, следующая модель. Посмотрите тоже, как красиво и как эффектно все это выглядит. «Восточная сказка» называются эти бусы. 3000 рублей, 65 сантиметров. Здесь вставки горный хрусталь, муранское стекло, сердолик, кошачий глаз и яшма. Древесная яшма. Так, следующая модель. Эти бусы у нас уже были, мы их уже повторяем не один раз. Они очень даже такие прям эффектные. «Кармен» называются эти бусы, 65 сантиметров, 3000 рублей. Здесь вставки агат, муранское стекло и коралл. Коралл прессованный в этих бусах. И на сегодня еще одни бусы. Посмотрите, какие красивые.
Очень приятно получать именно эту коллекцию, потому что они, правда, очень даже эффектные бусы. Любовное цветение, 3000 рублей, 65 сантиметров, хризопраз, кварц, агат, перламутр и кошачий глаз. На этом все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши бусы. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!